Всем привет, дорогие друзья! Наверное, крайняя распаковка в этом 2015 уходящем году, поэтому не будем, скажем так, затягивать. Начинаем новое видео на канале Gadget Money. Поехали! Для тех, кто покупает в интернете и хочет экономить свои деньги, мы представляем вашему вниманию новый полезный ресурс gadgetmania.ru. Все скидки и купоны собраны для вашего удобства в одном месте. gadgetmania.ru. Экономим деньги вместе. Ну вот столько вот посылочек. Раз, два, три, четыре, пять, соответственно, посылок. Давайте начнем вот с этой, наверное. Как у вас проходит подготовка к новогоднему застолью? Расскажите в комментариях. Купили ли вы подарки или ограничитесь какими-то сладкими сувенирами? Тяжелый конец года, вообще сам по себе год тяжелый, кризисная ситуация в мире и в стране в частности. Нам будет очень интересно, чтобы вы поделились своим мнением экспертным в комментариях. Недавно была распаковка посылочки, вот с мельницей такой, только более меньшего размера. Сейчас пришла вот такая вот, только большая. Мельницу, соответственно, уже мы используем. Туда насыпали морскую соль. Она такая, знаете, ну, крупная достаточно. Теперь как бы вот такая вот мельничка была маленькая, пришла большая. Ну, очень хорошо, будет вот такой вот набор. Все это покупалось на JD на распродаже. Вот такая вот мельница пришла. Давайте поехали дальше. Что у нас здесь? Большой пакет сразу уберем со стола, открыв его. Что же здесь у нас, дорогие мои телезрители? Большой пакет, внутри маленький пакет. А внутри маленького пакета, давайте как-нибудь так я аккуратно открою вот здесь вот сейчас. Цены в магазинах дорожают на все. Пожаловаться вам, что ли? У вас-то как вообще стоят дела? Поднимают ли магазины цены перед праздниками у вас в городе? Та же самая компания, кстати, я вот заметил, здесь где-то было, что и мельница. Здесь должна быть ложка, ложка для мороженого. Так, в сторону, вот такая вот ложечка. Всегда мечтал себе большую ложку для мороженого, и не только я. Соответственно, вот такая вот ложечка у нас появилась. Она, ну, удобная прорезиненная ручка, здесь такое нержавеющее основание. Говорят, что в кипятке надо держать, потом так типа накладывать. Вот такая вот ложка. Прикольно. Что у нас здесь? Следующий. По очереди посылочки. Третий. Что к нам тут пришло? Ха-ха, друзья, понятно, что пришло. Сейчас вам расскажу, покажу по возможности. Такие мешки, короче. Новогодние мешки, на самом деле, это наволочка. Наволочка новогодняя. Merry Christmas. Вот так вот вам должно быть видно, вот Merry Christmas. На подушку 45 на 45 по величине. Стоило тоже на распродаже, там, по-моему, несколько центов. В общем, вот такая вот наволочка. Первая, их должно быть 3 или 4 штуки. Вот первая вот пришла. Так, наволочку в сторонку. Или давайте даже поступим следующим образом. Наволочку мы положим на, а здесь продолжим распаковочку интересных посылочек из Китая. Так, ложка есть. Следующая коробочка. Ложка, ложка. Красный, они послали розовый почему-то. Заказывали красный, они послали розовый. Это у них в Китае красный цвет, друзья. Буду ходить вот с таким вот красным цветом. Это, как вы поняли, уже даже какой-то косячок есть. Не знаю, сейчас получится оттереть. Да, это грязючка какая-то. Как вы знаете, я активный пользователь вот данного браслета Xiaomi Mi Band. Всем крайне рекомендую, если хотите просто отслеживать свою активность, ходьбу, там, сон, умный будильник, это с вибрацией очень хорошо. Давайте сразу переоденем, посмотрим. За почти год использования, вот, к сожалению, тут немножко оборвалось, но мне даже это по приколу. Как бы вот так вот это все застегивается. Это оригинальный. Это под оригинал, соответственно, не оригинальный. Ну, давайте вставим сюда, посмотрим, как это все будет смотреться на руке. Уже с таким можно девчачьим цветом. Прикольно, да? Розовое. Люблю розовое. Так, как это все делается? Это делается вот все таким вот образом. И вот так вот на руке это все дело смотрится. Прикольно, подошел.
И мне кажется, тут немножко такой силикон. Здесь, если он такой грубоватый, то здесь он, соответственно, более такой мягкий, что ли. Может быть, быстрее порвется, может быть, медленнее. Вот такой вот браслетик. Постараюсь ссылочки на него на Алиэкспрессе найти. Сторонку, тоже сторонку. И последнее. Это, наверное, уже боюсь угадывать, потому что пару раз пытался угадать, не угадал. Да, вижу, здесь должен быть бокс для нашей основной экшн-камеры. Оригинальный или под оригинал. Скорее всего, под оригинал. Вот такая вот упаковочка. Камеру тоже всячески всем рекомендую. Я не так давно по осени заказал. Типа бокс, но пришел бокс только без... Не для воды, короче, противоударный. А тут для воды все, все нормально вроде. Да, вот так вот все это дело открывается. Все так это крепится и, соответственно, закрывается. Ссылочки на этот бокс тоже оставлю в описании, потому что экшн-камера идет, если вы ее покупаете, в любом случае идет без аквабокса. Аквабокс отдельно стоит, по-моему, 10 или 14 долларов. Вот такая вот была распаковка на канале Gadget Mania. Всех еще раз с наступающими новогодними и рождественскими праздниками. Совсем скоро увидимся. Подписывайтесь на канал, вступайте в нашу группу ВКонтакте, пользуйтесь нашим сервисом gadgetmania.ru, место, где мы воедино собрали все скидки, купоны, промо-акции, все, что вы можете найти по халяве в интернете. Всего доброго, всем пока! Как сэкономить на покупках на AliExpress и других китайских магазинах? Кэшбэк-сервис letyshops.ru позволяет экономить 4% при заказах на AliExpress и до 30% в других магазинах. Что такое кэшбэк? Кэшбэк – это возврат части денег, потраченных вами в интернет-магазинах. За активацию аккаунта на сайте letyshops.ru вы получаете бонусные 200 рублей. Также для удобства пользователей разработано дополнение для браузера Google Chrome или Яндекс.Браузер. Установите его и проверяйте наличие кэшбэка на страницах магазина. Пользуясь letyshops.ru, вы сможете выводить от 500 рублей. letyshops.ru. Быстро, удобно, выгодно.